В этом родильном доме, мы об этом сказали 7 марта в Совете Безопасности, он давно нет ни женщин, ни детей, ни обслуживающего персонала. Его заняли бойцы батальона «Азов», вместе с прочими радикалами устроили там свой опорный пункт. Якобы имевшее место авиаудар полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Все нормально, все хорошо. Тихо, Коля! Выше, выше, поднимите, выше! Курига, Наталья, там... Куда несем? Вниз! Под ноги, пацаны, смотрите под ноги, куда наступаете. Тихо, тихо, аккуратно! Наберите вот эту землю! Давай скорую, я быстрее. Тихо, тихо, скорую! Скорую, отсюда! Скорую, Заходите. Тихо, спокойно, без паники. Осторожно. Вниз. Смотрите, куда вывозить раненых, детей с роддома. Люди вчасно почали ховатися від повітряної тривоги. Від 500 кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші українські міста. І вже багато разів. Дітська больниця, роддом. Чим вони угрожали Російській Федерації? Що це за страна така? Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их. Там что были, маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы? Це вже за межою звірства. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства.